Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Сегодня мы с вами будем оживлять Барби Экзе. Для того, чтобы нам оживить Барби Экзе, нам необходимо Барби Экзе, свеча, молоко любого животного, миска, в которой мы будем готовить зелье для оживления этой куклы, мешочек с рунами, который поможет нам ответить на наши вопросы. А также еще один очень важный ингредиент, который я не буду называть, иначе YouTube меня заблокирует. Надеюсь, что вы готовы, и прямо сейчас мы будем готовить зелье Барби Экзе для того, чтобы оживить нашу куклу Барби. Итак, друзья, для начала мы берем миску и выливаем в нее молоко. Я надеюсь, что вам видно. О, запах отвратительный, но оно того стоит. И далее мы зажигаем свечу. Ау! Гори, гори, гори. Мы зажгли свечу, и теперь мы можем вливать последний ингредиент в миску с молоком. Но это еще не все. Мы должны произнести заклинание. Открываем нашу пробирку, берем миску с зельем и вливаем туда необходимый ингредиент. Достаточно. Перемешиваем. И произносим заклинание. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Наше зелье готово, и теперь нам необходимо посадить туда нашу Барби. Мы окунаем ее 3 раза вниз головой и продолжаем повторять заклинание. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Все, это все заклинания, которые мы должны были произнести. Теперь нам остается немножко подождать. Итак, друзья, прошло уже 10 минут, поэтому я взяла мешочек с рунами. И сейчас я попробую узнать, ожила ли Барби Экзе, здесь ли ее душа, проклятая душа Барби Экзе, пришла ли она ко мне в дом, сработало ли мое заклинание. Итак, я спрашиваю у вас, душа Барби, ты здесь? Дух Барби, ты здесь? Дух Барби, ты здесь? Достаем руну. Руна говорит, что Барби Экзе здесь. Ребята, кто не знает значение рун, можете подглядеть в интернете. Эта руна означает «Зе» – «здесь». Так, отлично, ребята. Ну что, нам остается поискать ее, потому что очень хочется ее увидеть. Возможно, в этом нам поможет один очень известный метод, который помогает видеть духов. Когда мы обходим дом со свечкой, там, где злой дух, дым свечи становится темным и черным. Сейчас я попробую поискать злой дух Барби Экзе. Пойдемте вместе со мной. Барби Экзе, ты здесь? Бар, смотреть нужно все. Барби Экзе. Ничего не видно. Свеча. Что это было? Кто здесь? Барби, это ты? С ней все нормально. Она в миске. И огонь. У нас пока нормальный, видите? Огонечек светлый. Ладно, пойдемте проверим другие комнаты. Душа Барби Экзе, ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Ребят, мне кажется, что кто-то за дверью. Давайте посмотрим.
Никого не видать. Я что-то вижу там, посмотрите. Что-то похожее на душу. Ребят, вы это видели? Там было что-то похожее на душу. Ладно, смотрим дальше. Проверяем все места. Здесь что-то есть? Здесь кто-нибудь есть? Ответь, Барби Экзе, если это ты, ответь. Ответь мне. Что это? Ребят, я что-то слышу из ванной. Барби Экзе, это ты? Барби Экзе, говорят, еще можно увидеть в зеркале слово духа. А! Ребята, вы видели? В зеркале что-то было. Черт! Что это такое? Что это? Откуда это здесь? Какая-то коробочка. Странно. Откуда она здесь? Ребята, в зеркале я увидела призрак. Я не знаю, была это Барби Экзе или, может быть, какой-то другой дух. Но в моей ванной, в раковине, лежала вот эта коробочка. Я сейчас пытаюсь ее открыть, но она каким-то странным образом закрыта. Нет ни ключей, ничего, и я абсолютно не знаю, что мне делать. Никаких подсказок, но я абсолютно точно слышу, что внутри этой коробки что-то есть. И как ее открыть? Я не знаю, давайте попробуем, может быть... Спросить у наших рун, как открыть эту коробку. Руны, подскажите, руны, не бросьте меня, пожалуйста. Помогите открыть эту коробку. Откройте тайну, что в ней. Как мне ее открыть, пожалуйста, подскажите. Итак, выпала руна рыбы. Посмотрите внимательно. Эта руна означает, что я должна знать заклинание. Заклинание, которое откроет эту шкатулку. Давайте попробуем. Возможно, это то же самое заклинание, которое работало с Барби Экзе. Барби Экзе, приди и в мой дом зайди. Барби Экзе, приди и в мой дом зайди. Барби Экзе, приди и в мой дом зайди. Оу! Она горячая? Она меня обожгла, ребята. Что-то там щелкнуло, вы это слышали? Возможно, сейчас получится открыть. Она открывается, ребята, просто гляньте. Что там внутри? Это какое-то украшение, ребят. Это какое-то украшение, поглядите. Очень красивое украшение из каких-то... камней, возможно, это даже бриллианты, что навряд ли. Как оно попало ко мне? И самое главное, чье это украшение? Возможно, оно принадлежит Барби Экзе. Меня пугает то, что оно черное. А это значит, что оно может быть проклято. Хотя мне очень хочется его надеть. Сейчас я попробую считать информацию с этого браслета. Мне нужна минута. Кому принадлежит? Открой мне тайну, кому принадлежит браслет? Открой тайну, кому принадлежит браслет? Вижу. Девушку в черном. Девушка в черном танцует, широко раскинув руки. В одной руке ее нож, а в другой... Этот браслет ее, он принадлежит ей, он принадлежит мне. Что это было? Такое ощущение, что этот дух, владелец этого браслета, ненадолго проник в мою душу и в мое сознание. Это очень страшно, друзья. Как вы думаете, о ком я говорила? Кто это может быть? С широко раскинутыми руками и с ножом. Танцуют в темноте в абсолютно черной одежде.
Я понятия не имею, кто это может быть. Надеюсь, что вы знаете. И, пожалуйста, напишите мне в комментариях или в мой телеграм-канал, который так и называется «Ирина Ясинская». Друзья, переходите и подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы быть в курсе того, что происходит сейчас со мной. Ссылка будет в описании, а также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Жду вас в новых видео, друзья. С вами была Королева Мистики. Всем пока!